Всем привет, меня зовут Алибек. Хотел бы рассказать немножко о схеме, как мы предлагаем работать с вами. В общем, сейчас из-за санкций российские компании, пока не все, конечно, кто-то сам как-то находит выходы, но испытывают проблемы с поставкой товаров и с обналичиванием, с переводами денег в Европу, в США, там, даже в Канаду, в общем, ну, у кого где, да, там, Корея, Япония сейчас поддерживают санкции и страдают. Мы что предлагаем? Мы предлагаем выступить третьей страной, которая будет выступать как агентом между российскими и западными компаниями. Преимущества у нас такие, то что получается, мы можем принимать рубли, это первое, да, и переводить на евро, доллары, там без разницы. Дальше у нас свободная экономическая зона, товар, который поступил к нам на склад, он не растамаживается, ничего не происходит, мы просто делаем как бы второй договор, получается, мы выступаем вашим агентом для продавцов на Западе, как покупатель, да, а не продавец. А когда мы получаем товар сюда, к нам на склад, мы его как бы вам перепродаем, да, за свою агентскую услугу. В общем, у нас наработанные каналы, есть очень много грузовиков, любой тоннаж, любая спецификация, там, холодильники, тентованные, там, термо, там, и так далее. Все, что вам необходимо. В общем, такие условия, такая схема. Кому интересно, пишите, звоните, обращайтесь к нам. Удачи!